Результаты предыдущего соглашения, подписанного в 2012 году, видны в разных сферах жизни Северска. От развития предпринимательства, спорта и школьных технопарков до теплоснабжения города. Для области важным было то, что госкорпорация изменила систему выплаты налогов. Произошло их перераспределение из Москвы в регионы. Увеличились поступления в областной бюджет. Планы создания на площадке СХК опытно-демонстрационного энергокомплекса притворяются в жизнь. И в день 70-летия комбината руководители области, региона и атомной отрасли наблюдают, как завершается строительство первого модуля ОДЭК. Для нас прорыв – это глобальный атомный проект, за который мы несем колоссальную ответственность. Стройка идет своим чередом. И задача на 2019 год, она уже связана, такая прорывная задача, главная задача, она уже связана не столько с модулем фабрикации и рефабрикации, сколько, говоря уже, со строительством самого реактора. Главная задача на этот год – получить лицензию, главная задача на этот год – выбрать генподрядчика, ну, собственно говоря, и приступить к работам. Нам бы очень хотелось приступить к работам во время летнего сезона. Начинания Росатома поддерживаются областной властью, а госкорпорация всегда откликается на предложение региона. Результатом такого взаимодействия стало решение российского правительства о создании в Северской территории опережающего развития. Здесь как раз нужны все принципы и условия. И корпорация «Росатом», и наука, и образование, и уровень развития промышленности, производства. «Росатом» – это отличный пример эффективного высокотехнологичного производства, социально ответственного бизнеса. Если все компании российские так работали, как работает «Росатом», то, конечно, Россия во многом сдвинулась бы вперед. Направления дальнейшей совместной работы закреплены соглашением, которое подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин и первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Лакшин. В рамках соглашения стороны будут осуществлять реализацию проектов в области ядерной медицины, радиационных технологий, энергетики, экологии, информационных технологий и по другим направлениям. Соглашение подписано. Прошу стороны объединяться в рукопожатии.